От казацкой победы к героизму воинов АТО. В библиотеке имени Грушевского встретились волонтеры, военные, писатели и курсанты. Говорили о ситуации на востоке страны и о будущем Украины. Мероприятие посвятили прошедшему Дню защитника Украины. Ми маємо уже захисників, які нас захищають в ці нелегкі часи, і тому цей день треба відзначати. Кожен молодий чоловік – це потенціальний захисник. Він може захищати його в різному качестві, не обов'язково там може бути з автоматом, десь на передовій, але, по крайній мірі, мышление и точка зрения должна быть у всех одинаковая. То, что защищать Родину, это важно, это нужно делать. Помимо небольших лекций, гости библиотеки смогли посмотреть выставку под названием «Они защищали Украину». Это 85 портретов погибших бойцов из нашей области. Рядом разместили трофеи с войны и флаги, подписанные бойцами. Я хочу, чтобы именно вот эти молодые пацаны, будущие защитники Родины, они поняли, что завтра им придется, конечно же, не дай бог, вступать в бой за свое будущее, за будущее своих детей. Потому что Украина-то у нас начинается с каждого из нас.